адвокат присутній, Манюш Дас, і чоловік Ященка, який оформляв протокол за цим. Будь ласка, дуже добре. Уважаемый суд, в принципе, ожидаемая реакция суда. Только я хотел бы при исследовании документов судом, у нас уж такая стадия происходит, в отношении заявленного мной ходатайства, а также и выслушать мое мнение относительно данного документа. Обратил бы, хоть уже, конечно же, и после вашего решения, но все-таки обратить внимание на страницу 15 указанного ходатайства, в котором четко указано и вами прочитано, что органу, уполномоченному законом на осуществление безоплатной правовой помощи, сообщено о задержании Хлюпина Олега Вячеславовича по соответствующему телефону дежурному Киевского городского центра по предоставлению вторичной бесплатной правовой помощи в 22 часа 43 минуты 4 марта. Дальше вы огласили следующий лист ходатайства, где указано, что данный протокол задержания подписанный адвокатом Рудым Виталием Владимировичем. Так вот, на основании соответствующего положения Уголовно-процессуального кодекса, а именно статьи 45, 46, 48 Уголовно-процессуального кодекса Украины, адвокат назначается следователем путем вынесения соответствующего постановления. Данного постановления к протоколу не приложено. Более того, Центр безоплатной вторичной правовой помощи, направляя соответствующего защитника для осуществления правовой помощи по запросу органа досудебного расследования, выдает такому защитнику соответствующее поручение, доверенность, копия которого, равно как и свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью, а также извлечение из единого реестра адвокатов Украины, обязательно прилагается к протоколу задержания. Более того, в самом протоколе задержания следователь обязан указать, в какое именно время прибыл назначенный Центром безоплатной вторичной правовой помощи адвокат, каким образом подтвердил свои полномочия, и только после этого продолжать проводить процедуру задержания. Если вы обратите, Ваша честь, внимание на страницу протокола номер 4, а это лист ходатайства номер 17, вы увидите, что 5 марта 2015 года в 00 часов 26 минут старший следователь, соответствующий Ященко Игорь Анатольевич, пригласил понятых и на основании части 3 статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины провел обыск Хлюпина Олега Вячеславовича. Так вот, непонятно, обыск Хлюпина Олега Вячеславовича проводился уже в момент присутствия рядом с ним адвоката Рудова, что в принципе было бы правильно, или без его присутствия. Более того, я еще раз заявляю, что моему подзащитному было настоятельно рекомендовано воспользоваться услугами адвоката Рудова ВВ, который не является адвокатом Центра вторичной правовой помощи, не состоит в едином реестре адвокатов, предоставляющих бесплатную вторичную правовую помощь, что прямо свидетельствует о том, что адвокат Руды ВВ прибыл в соответствующее помещение следователя Службы безопасности Украины не по назначению Центра предоставления правовой помощи, а по другим основаниям. По каким именно, я считаю, необходимо установить в суде. Потому что мой подзащитный заявляет о том, что этого адвоката ему рекомендовал следователь, что является, соответственно, грубейшим нарушением его права. Ну и в окончании, учитывая то, что вами не была выслушана моя мысль относительно изучаемого документа, я вам, Ваша честь, хочу заявить заявление об отводе. Данное заявление оглашаю, прошу приобщить материалом дела и соответствующим образом его рассмотреть. Заявление об отводе судье Малиновской Валентине Николаевне. 23 июля 2015 года Шевченковским районным судом города Киева рассматривается ходатайство о продлении сроков содержания по страже моего подзащитного гражданина Российской Федерации Хлюпина Олега Вячеславовича. Заявляю судье Малиновской Валентине Николаевне отвод на основании того, что судья Малиновская Валентина Николаевна не удовлетворила заявленный обоснованный отвод прокурору Зузаку Александру Сергеевичу. Более того, само ходатайство о продлении сроков содержания по страже Хлюпина Олега Вячеславовича должно было рассматриваться судьей Рыбаком Никитой Анатольевичем
И об этом мне сообщил следователь Мельникович Юрий Владимирович еще 20 июля 2015 года. Однако судебное заседание проводится судьей Малиновской Валентиной Николаевной без объяснения причин и оснований изменения состава суда, что дает мне основания полагать о возможной предвзятости и необъективности судьи Малиновской В. Также отмечу, что судья Малиновская Валентина Николаевна отказала стороне защиты в удовлетворении ходатайства о вызове и допросе свидетелей, которые могли прямо указать на несостоятельность и необоснованность подозрения моего подзащитного Хлюпина Олега Вячеславовича. Таким образом, существуют обстоятельства, которые свидетельствуют о необъективности судьи Малиновской Валентины Николаевны и дают основания сомневаться в ее непредубежденности. На основании всего вышеизложенного, руководствуясь статьями 42, 45, 50, 75, 81, 82 Уголовно-процессуального кодекса Украины, прошу удовлетворить отвод судьи Малиновской Валентине Николаевне, назначить нового судью для рассмотрения ходатайства о продлении срока содержания под стражей моего подзащитного Хлюпина Олега Вячеславовича в соответствии с требованиями и в порядке статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Спасибо, Ваша честь. До положень діючого кримінального процесуального кодексу дана заява буде вирішено питання щодо її розгляду в порядку, передбаченого кодексом, пане захисник. Щодо вашого бачення змісту протоколу затримання, воно зафіксовано в технічному записі судового засідання. У зв'язку з подачею захисником заяви про відвід слідчому судді у судовому засіданні оголошується передбачено. Всі мають чекати повідомлення про розгляд даного клопотання. Найближчим часом вам секретар повідомить, ким буде здійснюватися розгляд.